Здорово, народ. Добро пожаловать в Террарию. Сразу объясняю. Игра уровня Денди. Да, именно уровня Денди. Я не знаю, она только для мобильных устройств может подойти. Все. Я сейчас играю, кому интересно, с увеличением приближения. 150 где-то процентов. Больше в нее на моем мониторе не поиграть, потому что вот я не знаю, что вы там у меня увидите, сможете ли вообще что-то разглядеть, но хрень такая угольная, что аж капец. Вот на таком вот я вообще ничего не вижу. Вот как бы вам объяснить, показать. Все, умер. Ладно, надо увеличить, то вообще ничего не видно. Так. Садились. Чудненько. В общем, вот такая вот игра, я могу сказать. А, здесь есть разнообразный крафт, нет никакой графики, нет никаких возможностей Нульфхейма заходить в различные строения. Мы бегаем, короче, мы бегаем в Денди. Я не знаю, может быть, для телефона какого-нибудь старенького эта игра будет прекрасным дополнением. Но сейчас я не знаю, у кого вообще есть старенькие телефоны. В принципе, сейчас телефон не проблема купить. Не обязательно покупать себе какой-нибудь Apple. Китайских сколько различных. Так что в это вот я играть никогда не буду на телефоне. И снимать на компе я тоже в это говно не буду. Потому что, во-первых, надо увеличивать, это раз. Я пробовал в нее играть без увеличения, без приближения. Это невозможно просто. Это я вам сразу скажу. Я не знаю, вот может вам эта игра и нравится. Играйте, ради бога. Может, это игра вашего детства. Но эта игра какого она вообще года, блин, простите. Для 98-го я бы еще согласился, она бы еще подошла. Но никак не для 2011-го. Так что все, на этом, народ, я прекращаю. Я извиняюсь, на донар, перед донарки, он мне, конечно, игру эту подарил. Я думал в нее поиграть, но в это говно играть на компе. Вы серьезно или издеваетесь? У меня вот такой вопрос. Я в это вот не смогу играть на компе, мне... Компьютер жалко даже включать ради такого. На планшете, на телефоне стареньком, возможно, на 55-й Nokia, возможно, я бы поиграл. Потому что, ну, это реально Денди. Я еще в 98-м году бы вот в это смог поиграть. Ну, максимум в 2003-м. Все. Вон, я без приближения монитор даже не увидел, что меня тут бьют. Пойдешь ты сюда, дятел? А сюда... Ладно, народ, все, на этом я закончу. Вы меня уж простите, но в такое я точно играть, еще раз повторюсь, не буду. Всем удачи, всем пока. Хотите, плюйтесь, хотите, нет.